Всем привет, с вами Информ ТВ. Раиса Рязанова – актриса советского кино с всенародным признанием. Миллионы зрителей рукоплещут ее таланту и восхищаются крепким духом. Своим примером Раиса Ивановна всегда показывала, что не стоит сдаваться даже в сложных жизненных ситуациях. В начале прошлого года в семье Рязановых случилась страшная трагедия. Данила, единственный и обожаемый наследник артистки, вдруг ушел из жизни из-за оторвавшегося тромба. Ему было всего 51. У мужчины оставалась очень крепкая душевная связь с матерью. Он тоже пошел по актерскому пути и закончил МХАТ. У него было прекрасное здоровье, и он ни разу не жаловался на плохое самочувствие. Раиса Ивановна до сих пор не верит в потерю своего ребенка. На церемонии прощания она рыдала, захлебываясь от слез, навзрыд. Рядом стояли безутешные ее внук Андрей и супруга ее сына Алена. Теперь они трое стали единственной поддержкой друг для друга. Раиса Рязанова тогда сообщила поклонникам, что смысла в дальнейшей жизни она больше не видит. Цитата. «Единственный человек, который занимает в данный момент мои мысли, это мой внук Андрей, а моя жизнь закончилась», рассказала тогда она. Андрею сейчас 29 лет, он тоже решил идти по стопам бабушки и папы. Сама актриса пребывает в трауре и глубокой скорби до сих пор. По словам близкого окружения актрисы, время, которое прошло со дня трагедии, ничуть не облегчило ее боль. На какой-то период времени она совершенно закрыла свою жизнь от посторонних, полностью свела на нет общение с журналистами и практически не выходила из дома. Лишь летом 2020-го Рязанова пообщалась с поклонниками и дала ответы на несколько вопросов. Сегодня внук Андрей, ее спасение и отдушина. Когда Раиса Ивановна рассказывает о нем и его успехах, глаза ее начинают сиять. Она заметно воодушевляется. Говорят, что очень гордится единственным внуком. Несмотря на тяжелую утрату, заканчивать карьеру Рязанова не планирует. В прошлом году она сыграла в сериале «Паромщицы». Близкие и родные люди должны помочь ей вернуться в жизненное русло. Насколько в этой трагической ситуации это вообще возможно? Но хочется в это верить. Пожелаем ей долгих лет жизни, здоровья и сил пережить это страшное горе. Если вы помните замечательную актрису, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!